Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Я в прошлый раз обещала вам более подробный рассказ о чайных парах, которые я купила на блошином рынке ретро. Ну вот, и представляю их более подробно. Еще раз, это Дулёва, где-то 95-й год. Сервис назывался «Пионы», форма «Тюльпан». Осенью я купила к тому, что у меня было, заварочный чайник. Ну, а в этот раз вот эти чайные пары. Сейчас этот сервис не выпускают, но выпускают очень похожий на него, который тоже называется «Пионы». Очень красивый чайник с агашками. Дулёва. Если помните, у меня был сет на даче, и я раздумывала, какой же чайник туда. Ну, в общем, теперь у меня чайник есть. Осталось еще купить одну чайную пару. Знаменитый дулёвский фарфор. Но есть еще вариант вместо этого чайника. Чайные пары эти были не очень дорогие, но у них, видите, проблема. Все-таки и вообще здесь очень бледный зеленый рисунок. Ну и он здесь потертости на нем. Вот видны, да, потертости. И он совсем какой-то бледный. И я решила от другого сервиза купить к нему блюдце. Ну вот посмотрите, от какого сервиза я хотела и какие блюдца я купила. От этого чайного трио я и решила купить блюдца и десертную тарелочку. Кстати, блюдца бывают очень даже дорогими. Например, блюдца от чайной пары «Сирень» Дулёва стоят 600 рублей на Авито. Вот это блюдце поближе. Видите, у него очень широкая золотая кайма. Это у нас 69-й год даже. Вот такой вот. И вот сравните. Ну, в общем-то, это все Дулёва, поэтому можно и так, и так. Ну, не знаю, мне кажется, вот золотом лучше. Но я на этом не остановилась. Еще купила и золотую десертную тарелочку. Сейчас вам я ее покажу. Вот тарелочка вот такая вот. Тоже с ручной росписью. И, в принципе, и цвет подходит, да? Только здесь вот голубой прибавился. Ну, вот так вот. Как вы считаете, с этими блюдцами лучше выглядит? Ну, вот сейчас для примера я вам поставлю старое блюдце. Ну, вот так это будет смотреться. Я уже говорила, что эта чашка совершенно невесомая. Блюдца тоже вот эти очень легкие. Ну, а это блюдце уже тяжеленькое такое. Да. Блюдце я эти хотела, чтобы было как-то понаряднее с золотом. Ну, потом там отражается солнце, когда вот эта чашка, это просто даже свет, не обязательно солнце, электрический свет. Чашка как бы светится изнутри от этого золота. Ну, в общем, жду ваших решений. Что вы скажете, мои дорогие друзья? Да. А я вас обнимаю, целую. Желаю вам здоровья, благополучия, удачи. Чтобы все было хорошо. До встречи.